Всем привет! Сегодня пятница, и на этой неделе это последнее мое видео. Следующее будет в понедельник. Наконец-то я уже чуть-чуть, и будут выходные. Уже хочется выходных. Как у меня дела сегодня? Я поиграла в PayV в плюс, по факту в минус полтора стека. Сегодня опять, я не помню, вчера рассказывала. Вчера, кстати, я тоже не знаю, рассказывала или нет. Я закончила в итоге что-то типа в плюс 100 с чем-то. Вот. Сегодня был какой-то кошмарный день. Меня прям переезжали. Ну, то есть меня переехали где-то сначала на 2 стека. Потом я что-то там тоже кого-то переехала. Причем как переехала? Вот я кого-то там переехала, фиша, это был прям кулер. И при этом, ну, как бы, то есть, у фиша было, да, больше рук хуже. Я попала в топ, и его еще на ривере переехала. Как-то потемнело. Что так потемнело-то? Ну ладно, буду в темноте. Погода просто сегодня не очень, и как-то вот видео потемнело. Ну и за окном просто темно. Вот. А потом было куча тоже ситуаций. Ну, я постоянно попадала в какие-то топ-диапазоны, фишей, регов, такие. Было куча кулерных ситуаций, что типа я там, например, запомнила, я затрибетила фиша, туз-король, попала в короля, он берет донкает под бетом, доска совершенно сухая, у меня туз-король, типа король 8-2, например, ратугой. А на терне дама, ну, неприятно, конечно, но он опять под бетом, а он прям агрессивный, вообще адовый, там агрессия по улицам по 50. Вот. И на ривере он, соответственно, пушит, и у него дамы. То есть он на флопе просто донкнул под бетом дам, а на терне доехал. Ну, и вот такие ситуации у меня сегодня и были. Вот, ну ничего. Все нормально. Единственное, что мне не нравится, что я вроде как играю 50-100, да, а за этот месяц, за май, а половина мая уже прошла, у меня там выигрыш что-то типа $300. Я на NL 10 больше зарабатывала. Ну, я думаю, ну, по ИВ, правда, там лучше все. Там долларов 600, наверное, 700, но тоже. И я думаю, ну ладно. Буду думать, что я перешла на новый лимит и привыкаю к нему, и это, собственно, ожидаемо. Я, наверное, из новых лимитов только на полтиннике я сразу плюсанула очень хорошо. У меня там вообще винрейт, наверное, 20 ББ держался, 1030 рук, наверное. Вот так вот сразу. Я вообще думала, что это мой лимит, и все. Кстати, вчера там переписывала со знакомым, он спрашивает... А какой у тебя винрейт на полтиннике? И, ну, с тренером вот, с Хворовым, который со мной занимался когда-то. Я вообще как бы не слежу за винрейтом своим. Мне казалось, что там уже все печально, потому что какой-то такой период идет. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Думаю, ну не очень, наверное, там все посмотрела, а у меня 4,9. ББ на 100 на 120 тысяч рук. Ну, короче, 5 ББ на 100 на 120 тысяч рук. Нормально, с учетом вот этих вот всех моих... За это время у меня 3 раза сливы были, такие прям по 20 боинов за эти 120 тысяч рук. Так что я думаю, что нормально. Это вот что касается покера. Завтра еще тренировка. Сегодня я доделываю все, что запланировала. Еще я хотела сегодня съездить в тренажерку. Во-первых, погода что-то не радует. И что-то как-то ехать не хочется. И я вообще на этой неделе не ходила ни разу. Молодец такая. Я все откладываю завтра, пойду завтра, так в итоге не дошла. Вот. Доделаю сегодня все, что там хотела по плану у меня. Все чек-листы сегодня и рейнджи. А на завтра у меня позиции с Б батом. И еще повышиваю сегодня. Я открыла вот эту вышивку бисером. Она прям нереальная. И
Я прям даже сажусь за столы, пока они грузятся, сижу, вышиваю, прям такой кайф. Вот, а в субботу я иду в театр оперы и балета. Я уже говорила вроде. Ой, в субботу, воскресенье. Иду в театр оперы и балета с мамой. Не знаю, правда, на балет или на оперу. Вот, так не узнала. И еще мы идем в океанариум. Наш Владивостокский океанариум. У нас новый построили океанариум большой на Русском острове. Я на нем в нем не была, и мама не была. И, короче, вот. Я ее уговариваю пойти. Я вроде об этом тоже рассказывала. Вот, вот такие у меня дела. Завтра я вот эти вот подправлю СБ-батон, но там, в принципе, недолго. Я думаю, что это на час. Может быть, и РНЖ на завтра часть оставлю. А вообще буду... Продукты все у меня есть. Я закупилась. Обычно я по выходным еду за продуктами, но вчера съездила. И поэтому завтра у меня будет день отдыха. Утром. День отдыха. Я, наконец, повышиваю просто... Поубираюсь еще, правда, я вот всю уборку всегда на субботу оттягиваю. Просто я на самом деле ужасная чистюля, и, наверное, очень многие бы сказали, что у меня вообще очень чисто дома сейчас, но для меня это прям срач. Вот. У нас с мужем такие проблемы, я ему говорю, давай уберемся, он говорит, что убираться, чисто же, я говорю, где чисто, срач. Он говорит, ну хорошо, но я уберусь как для себя. Я тоже вроде уже на это жалуюсь. Ты у меня пожалуйся, Вика жалуется на своего, а я на своего. Он говорит, я уберусь как для себя. Я говорю, уберись, пожалуйста, как для меня. Не надо как для себя. Потому что как для себя мне придется потом убирать тоже за тобой. После твоей уборки. Вот, так что в субботу я всю квартиру отмываю. Чтобы она идеальная была. Вот, вот такие вот у меня дела. Погода что-то не радует, что печалит, потому что в воскресенье хотела на Русском острове еще погулять к морю там, ну, океанариум возле моря, хотела там где-то посидеть. А обещают похолодание и дождь, а всю неделю было хорошо, солнышко, а выходные дождь. Радость людям, тем, кто отдыхает. У кого выходные, это выходные. Вот. До конца курса остается сколько? 3 недели, да? Сама не знаешь. Не увижу без очков, на самом деле. Раз, два. Ну да, примерно 3 недели до конца курса. Если подвести какие-то итоги по этому времени, то я... На самом деле, план у меня был сотку бить с каким-то приличным винрейтом. На самом деле у меня по ЕВ сейчас на сотке винрейт около... Не знаю, он меняется, потому что рук мало. В этом и проблема, в общем. Винрейт сейчас, наверное, по ЕВ... Ну, 6 точно есть. Может, даже больше. 8 был сегодня, я смотрела. Но я там так прыгаю, а руку я наиграла 10 тысяч. И как бы обычно у меня средняя дистанция это где-то 50 тысяч рук. Вот, а результаты смотрятся по средней дистанции, а я сомневаюсь, что я столько на сотке отыграю только из-за того, что там нет столов, а нужное количество. При этом на полтиннике у меня винрейт что-то как-то подупал, но, наверное, потому что реально у меня... Я поймала эти стрики не вовремя, и, собственно, винрейт упал именно за этот период, там, за 40 тысяч рук у меня винрейт что-то там 4 или 3... 3,5, может 4, но вот я сказала за 120 тысяч рук, у меня винрейт 5. У меня так и был винрейт 5, собственно, на курсе обещали 8, но 8 пока не получается. Вот так вот. И ещё я посмотрела, что-то вчера глянула, думаю, как вообще я эту неделю играю, посмотрела, что я на сотке играю в минус, ну, ББ на 100 там было минус 10 вчера, ББ на 100 на сотке, но при этом вроде по ЕВ тоже опять или 0, или по плюс. То есть у меня недодача. А на полтиннике у меня 28 ББ на 100. Я думаю, это круто. 28 ББ на 100 играю. Ну это за эту неделю. Вот. На самом деле можно решить вопрос тем, что мне не хватает столов. Можно либо попробовать играть из ХА. Что я вообще планировала делать, попробовать играть
сотку из ха, ну хотя бы такие фишные столы, но я хотела играть от 40 боинов банкролла. У меня столько сейчас нет. Вот. И либо вставать в 6, в 5 утра, и тогда будут столы. Но я что-то не могу на такой режим перестроиться совершенно. Мне приходится вечером доигрывать все. Поэтому я обычно ложусь в час, в 2 и встаю в 9, где-то так. Ну, все, опять я заболталась. И сосед начал что-то там дрелить уже, наверное, третий, четвертый день подряд. Так что всем пока.